За Уссурийск выступали три команды – «Восток-Строй», «Локомотив», «Приморский кондитер» и студенты «Прим» и «ЖТ». Приезжие составы были из Спасска Дальнего под названием «Цементник», Черниговская «Юность» и МФК МГУ из краевой столицы. Формат его нам не совсем был понятен с самого начала, потому что вроде бы это и чемпионат, но край ли, потому что команды были преимущественно из города Уссурийской окрестности, но также приезжал там, допустим, город Спасск. Это была, ну, своя специфика. Ну, решили попробовать, тем более, что все команды были сильные, равные, было интересно. Команды встречались друг с другом по круговой системе. Каждый сыграл с каждым. Для интереса турнир был распределен на весь зимний сезон, когда составы могли по ходу доукомплектовываться и тренироваться дома. В первой игре сразились «Восток-Строй» и «Локомотив Приморский кондитер». Тогда матч закончился со счетом 8-4 в пользу «Восток-Строя». Первую игру еще, когда команда формировалась, на состав такого как такого не было. Только начинали собирать команду. Но было еще потяжелее. Но дальнейшие игры более легче проходили. Ну и по счетам посмотреть, но у нас как-то уверенно весь турнир прошел. Беспроигрышную серию «Восток-Строй» продолжил и в последующих матчах. 8-3 он одолел земляков из «Прим» и «ЖТ». Спасский «Цементник» выиграл со счетом 12-6. Черниговскую «Юность» победил 11-5 и разобрался с «Владивостоком» 5-0. В итоге с большим отрывом победила команда «Восток-Строй». Ребята сильные, сыгранные. Ну, как, впрочем, наверное, и в остальных командах. И задачи иной мы не ставили, нежели как только выиграть, и все. Так привык работать там, и в том числе и в спорте играть «Восток-Строй». Бронзовые награды завоевали футболисты «Цементника». Серебро турнира у уссурийской команды «Локомотив Приморский кондитер». И призы за первое место получила команда «Восток-Строй», которая на этом турнире останавливаться не собирается. Впереди летний сезон большого футбола и еще множество турниров.